Поверь, это абсолютно нормально. Тем более, это твой первый такой длительный полет. Организм придет скоро в норму. Пей больше жидкости. Даже не верится, что мы уже добрались. Радуйся, что мы вообще выжили. Ханна, прости, мы не смогли найти тебе замену. За такой короткий срок это... Ничего, я договорилась с бывшим, что сын будет пока с ним. Потом летом заберу его обратно к себе. Все нормально. Так что насчет премии? Нас выдернули с отпуска все-таки из-за какого-то ремонта. Все будет, Майкл. Мы просто летим починить корабль. И потом нам за это заплатит компания. Ах, сестра... Да, и забрать твою сестру. Не могу поверить, что тут происходит, ты не поверишь, тут полный кошмар, я просто не могу. Прости меня, тут полный ад, тут монстр, тут я не знаю. И сколько раз ты уже это смотрела? Я должна узнать, что произошло. Я не просто согласилась на какой-то ремонт именно на данный корабль. Не переживай, мы найдем твою сестру и заберем у них неполадки со связью. Итак, мы на месте. Синхронизируй орбиты. Ох, сколько мороки. Не зря компания нам хорошо платит. Тринити ведут вполне себе прибыльный бизнес. Так, мы в пределах видимости. Так это и есть Соломон?
Почему нет огней, даже кабритных? Сближаемся и попробуем вызвать их. Соломон, это Снарк, аварийная бригада. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Прием. Попробуем усилить мощность передачи. Не ожидала, что на их корабле будут такие проблемы со связью. А это что? Видимо, битый сигнал. Проблема с дешифратором. Состыкуемся с ними и начнем ремонт. Скорее бы уже покончить со всем этим. Было бы куда пришвартовываться. У них все же снесено. Что происходит? Черт!
разу не была в открытом космосе. Главное, выполняй все, что я скажу, тогда пройдет отлично. Не парься, все бывает в первый раз.
Майкл, Фил, Рамирес, Ханна, вы меня слышите? Майкл, черт возьми! Кто здесь? Что здесь случилось? Выбери цель своего размера. Этого не может быть. Я только что спасла твою задницу, так что не за что. Я бы сама справилась. Да, я вижу. Неожиданная развязка, да? Я должна связаться со своей командой. Плохая идея. Они наверняка уже мертвы. Нет, они живы. Я это знаю. Помоги мне, где я могу найти связь? В ближайшее время осталось уладить пару проблем, чтобы никто ничего не понял. Я понимаю. Обещаю, никаких проблем не будет. Да, спасибо тебе за указанную услугу, Джина. Не расходитесь. А как же Арис? Мы ее найдем. Успокойся. Thank you.
Я же сказал, никуда не расходиться. Держимся все вместе. Да, прости. Так, кто ты такая? Эбигейл Карнби, ученый первого класса, номер 6307. Я слышала, что Карнби умерла после полета на Марс. Это не так. Ты в порядке? Что с тобой произошло? Идем, это слишком долгая история. Я думаю, с ней что-то случилось. Нет, она знает, что делать. Она права. Надо идти и выполнять свою работу. Связи нет, все равно. Так что идем все в диспетчерскую. Айрос, ты жива? Я за тебя ужасно беспокоился. Вот так встреча. А ты кто такая? Часто слышу этот вопрос. Она спасла мне жизнь, Эбигейл. Что тут происходит? Кто-нибудь может объяснить? Эти шутки и твари, и с кораблем что-то не так. Я очнулась, когда началось здесь все это, но могу точно сказать, что виноваты споры. Споры? Что за споры? Опасное биологическое оружие, которое превращает всех в монстров. Лексин! Айрис, стой!
Лексин, нет, нет, о боже, боже, нет, 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 нет! Мне жаль. Тебе не понять, ты не терял близких. Лексин, прости меня, я опоздала, я виновата. Виновата вовсе не ты, виновата корпорация. Когда-то давно, еще 7 лет назад, мы с Лексин, я была тогда студентом, а она просто ребенком, жили на одной колонии Аркадия. Мы остались тогда без родителей, я заботилась о ней, устроилась на обучение инженером, чтобы содержать и помочь сестре. А теперь я ее потеряла. После случившегося на Аркадии, я хотела защищать ее любой ценой. Лин, ты как? Все в порядке, все хорошо, все нормально. Что это? Лучше нам уходить. Сюда. Заперто. Туда.
Это я, Эбигейл. Мы с тобой друзья. Что с тобой произошло? Боюсь, это не в твоей власти. Она под контролем. Крис? Крис, это ты? Что ты с ней сделал? Это не я, компания. Ты предал нас! Как ты мог? Я верила тебе! Это был приказ компании. Джина Флорес, вспомни себя, меня и всех, кого мы спасли. Не слушай его! Сопротивление на такой далекой стадии. Крис, хватит, прошу, вспомни, через что мы с тобой прошли! Нет, Джина, мы через столько прошли, ты не можешь сдаться, нет! Я во всем виновата, прости, черный ящик, доберись до него. Мне надо добраться до черного ящика. Какого же черного ящика? Это важно. Я хочу понять. Надо найти главный компьютер, и я подключусь к нему. Ты ранена, Эбби? Теперь нам сюда. Тихо. Чёрт, держись, сейчас ещё затягивать.
Нет, нет, нет! Вот оно, мне надо подсоединиться к серверу. Кто ты? Ты робот? Я не человек и не машина, я что-то среднее. Не знаю, как сказать, но не бойся меня, я не причиню зла. Я знаю, что я отвратительна. Добро пожаловать в Тринити. Вас приветствует Глэдис. Глэдис, ты можешь подключиться к черному ящику? Да. Я хочу знать все, что произошло. Регистрация пациента 637. Пациент под карантином. Хочешь, чтобы я остановилась? Продолжай. Я хочу знать все. Дает приказы. Кристофер Грин, глава корпорации. Корабль оказался в другом измерении, в аду. Черт, скажи, как нам выбраться отсюда? Только не снова. Ха-ха-ха!
Мэрибет? Значит, это правда. Ты жива. Стала настоящим монстром. Я покончу с тобой, ты чудовище! Айрис? Нам надо уходить. Эбби, бежим, у нас нет времени. Крис заложил заряд, скоро тут ничего не останется. Я его слышу, чувствую. Ты должна бежать. Я без тебя никуда не уйду. Мы знакомы теперь гораздо ближе. Это так больно. Эбигейл мертва. Что? Что происходит? Эбигейл! Эбигейл тут нет. Ее сознание потеряло власть.
Эбби, сопротивляйся, ты гораздо сильнее, чем она. Арис, беги, я не могу ее сдерживать. Возьми только это. Что там? Все доказательства, последняя ваша надежда. А теперь уходи. Беги! Я не могу ее сдерживать! Она опасна для мира! Ты должна помочь миру! Наследие! Беги! Я все равно не человек! Мне нет места среди вас! Пришло время покончить со всем этим, моими кошмарами, и тебе уйти на покой, Мэри Бет. Мы мертвецы всегда ими были. Время еще есть. Закрой глаза, милая. Эбигейл! Я его задержу. Уходите. Ну давай, урод, покажи, что ты можешь. Danger. The emergency destruct system is now activating. The ship will detonate in T-minus 10 minutes. The option to override automatic detonation expired. Ты в порядке? Где мы? Не знаю. Нам предстоит это узнать.